Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Fiat 500L. Ремонт кузова. Итак, двери были заменены владельцем. Левая дверь под цвет машины и в хорошем состоянии. Правая дверь другого цвета и имеет несколько повреждений. Мне надо отремонтировать левую верхнюю часть стойки, правое заднее крыло, правую заднюю дверь. Левое заднее крыло будет заменено. Ну что, сначала я разбираю. Итак, нужная часть машины разобрана. Ремонт начну с легких повреждений. С правой задней двери. Для ремонта буду использовать споттер. Yeah.
Итак, дверь сделана. Теперь правое заднее крыло. We'll be right back.
Итак, с правой стороной я закончил. Теперь левая сторона. Сначала я вытяну заднее крыло. С вытяжкой я закончил, теперь при помощи споттера выравниваю верхнюю часть стойки. Итак, это место уже в порядке. Начинаем менять заднее крыло. Удаляю поврежденный металл. Beat!
Поврежденный металл удален. Теперь беру жестянку с донорского куска. Примеряю заднее крыло, выравниваю места соединений и затем свариваю. Сварочные работы закончены. Устанавливаю снятые детали. Моя работа закончена. Эта работа заняла 37 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!